кондуктору дела автомобиля Volkswagen Jetta. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta не уступил дорогу машине, экипаж которой находился при исполнении служебного задания. Он ехал с включенной сиреной и проблесковым маячком. Также виноват и водитель полицейской машины, который не удостоверился в том, что другие участники дорожного движения уступили ему дорогу. Авария произошла в пятницу около 15 часов на проспекте Дачия в столице. Экипаж дорожной полиции, который сопровождал официальную делегацию, столкнулся с легковым автомобилем. В результате инцидента никто не пострадал.